Сироте Арине Кирсановой, которая долгое время была вынуждена жить одна в расселенном бараке, наконец-то выделили положенную по закону квартиру. Об этом сообщили сегодня региональные власти. Ключи от студии в микрорайоне Березовой она должна получить в ближайшее время. Напомню, еще неделю назад 20-летняя девушка жила в комнате без отопления и электричества, а защищаться от бродяг ей помогал бойцовский пес. В сложной ситуации, по словам чиновников, студентка оказалась из-за того, что в ее квартире был прописан еще один собственник – сестра, о которой девушка раньше никогда даже и не слышала. После вмешательства педагогов Новосибирского промышленного колледжа и нашей телекомпании давнюю проблему решили практически за неделю. Почему нельзя было сделать это раньше, чиновники управления по жилищным вопросам мэрии так и не ответили. Мы продолжим следить за судьбой девушки.